А вот Тара Жармон. Здесь есть на сельских полях. Это мое пальтишко, которое мое всем уже надоело. Оно у меня. Ну, я мне там пишу комментарий. Всем бонжур из моего любимого города, из Парижа. Хорошо, да? Мы продолжаем прогулку по Шанс-Элизе. Да? У нас нет никакой конкретной программы, никакого плана. Я даже не изучала, не смотрела, что я хочу посетить. Я просто хотела приехать и гулять. Гулять, гулять, гулять. Мне нужно было переключить тумблер, свой тумблер. И небольшое путешествие меня всегда выручает. Такой же красивый. Ну, как говорит моя мама, хватит подстраиваться под свой зодиак. Но мы, стрельцы, такие неисправимые путешественники. Французские мне в кадры попадают симпатичные. Вот, пожалуйста, кафе «Ди Рома». Помню такой кадр. Деревья в кадр не попадали. Париж очень зеленый. Кажется, как будто больше зеленый, чем тут. А мне просто написали, что-то зелени мало в Париже. Очень много. Сюда долетает, фонтан красивый. Мы на площади Конкорд. Сейчас мы идем в сад Тюильри, мы идем на Вандомскую площадь. Отель Риц сфотографировать. Это Сан-Оноре. И мы вышли на площадь. Площадь. Мы вот с Ниной гуляем и слышим очень часто русскую речь. Да?
все он дает. Ювелирные бренды знаменитые. Там дальше Бушерон. На Санта-Море. Когда-то, когда я второй раз сюда приезжала, мы жили здесь в отеле недалеко. Лиль де Лувре называется. Ну такой, конечно, так себе отельчик. Такая витрина, гирлянд красивая, цветочная. Маран. И здесь. Это что такое? Красивое здание. Джузеппе Заноцци. Такая шопинговая улица. Я помню, мы по ней часто гуляли, потому что мы в отель возвращались всегда по этой улице. Или Риволи, или вот по этой. Ну, красивая улица, да, Сан-Оноре? Как она правильно будет по-французски произноситься? Санто-Норе? А, Санто-Норе. Санто-Норе. Ой, ну прям даже французский захотелось учить. Я уже выбрала. Да, он дорогой, он 2000 евро стоит, но ничего страшного, да. Вот мы все мои бренды пошли, французские, Zadig, Walter. Вот это классное, да, очень классно. Так люди красиво сидят. Продолжаем с Ниной шиковать. Кусовка такая, блин. Идем дальше. Подзаправились немножко, можем идти дальше. Гулять по Сан-Оноре. Вообще, сам нельзя отличается от римской. А, вот, кстати, Барбери тоже с такими. Видишь, как линии. А тут Le Barbutier, oui. Le Barbutier. А, Le Barbier. Да, похоже очень. Италии и Барбери.
А, вот, кстати, я еще отель. Вот этот отель Люмен. Он очень дорогой. Да. Я тоже его когда-то у кого-то видела в Инстаграме. И очень красивые номера, которые угловые. Но он дороговатый, конечно, наш подешевле. А вы не зайдем туда, где-то? Мы идем в Пале-Рояль. Я в первые два своих приезда там не была. Или была, но я как-то мы не акцентировали внимание. Сейчас я должна понять, если это. Вот очень парижские вот это. Я даже помню, там где-то есть Мандану. Да, вот это место, я думаю, что я его еще не посещала. Была? Да, а я вот не помню, была или нет. Гора, мы снимаем площадь. Я не понимаю этого прикола. Вот здесь какие розы цветут. В римском розарии, наверное, уже тоже все цветет. Красиво и реально удобно здесь. И такое место, знаешь, выглядит здесь, но ты можешь один. Сядьте в круг, я твой друг, и ты мой друг, да? Да.